Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать вот такой осенний листочек. Для этого нам понадобится квадратный лист бумаги. Я уже сложила его пополам, вот этот квадрат. Чтобы сделать из него треугольник, нужно провести вот такую диагональ от одного угла к другому. И отрезаем боковые части. Таким образом у нас получается равнобедренный треугольник. Чтобы сложить правильную гармошку, нужно вот этот уголочек соединить с линией вот этой. Далее этот уголочек поднимаем наверх и начинаем просто сворачивать, так как делаю я. Так, и еще раз. Переворачиваем в другую сторону, и теперь вот к этой серединке нам нужно свернуть вот эту линию. Таким образом у нас получится правильная гармошка. И это еще не гармошка. Теперь нам нужно сложить по заданным линиям гармошечку туда-сюда. Вот таким образом. Вот теперь у нас гармошка готова. Если сложить ее вот так, получится листик. Нам нужно теперь намазать клеем вот эти две части. И склеить их. Вот у нас уже получился листик. Теперь нам нужно сделать ножку для листика. Нам понадобится шпажка. Берем кусочек бумаги прямоугольной формы и по диагонали вот так накручиваем на шпажку или зубочистку в трубочку. Чтобы трубочка у нас не раскручивалась, мы вот этот уголочек подклеиваем клеем. Убираем шпажку. И теперь мы сплющиваем трубочку до серединки и складываем вот так вот к серединке пополам. Намазываем приплюснутую часть клеем, вставляем в отверстие, которое у нас осталось в листике, и приклеиваем вот таким образом. Вот что у нас получилось. Наш листик готов. Вот такой симпатичный листик у нас получился. Всем удачи, пока-пока!